Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 4 серии. Ремонт левой стороны. Итак, бампера, две двери и переднее крыло на замену. Заднее крыло буду ремонтировать. Разбираю. Разборку закончил. Имею целые НБУшные детали, которые я первым делом и установлю. Крыло и две двери я установил, зазоры в норме, и теперь я приступаю к ремонту заднего крыла. Первым делом я зачищу поврежденное место от краски. Затем я вытяну ребро колесной арки. Затем ребро проема и после всю плоскость. При ремонте буду использовать споттер. Thank you.
Итак, ремонт крыла я... Устанавливаю и примеряю задний бампер. Все нормально. Отдаю машину на покраску. Итак, машина прибыла с покраски. Собираю ее. Ремонт этой машины закончен. На ремонт ушло 9 дней. 4 дня работа с металлом, 5 дней покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!